На прокуратуру возложили новые полномочия. Теперь ведомство будет, цитирую, «обеспечивать гарантию недопущения правонарушений при осуществлении контрольных мероприятий в сфере предпринимательства». Нововведение послужил тот факт, что в России в последнее время участились случаи, когда чиновники ущемляют права бизнесменов. Как раз об этом и не только шла речь на специальном совещании. Его организовала региональная прокуратура. Они должны видеть в нас защитников, добросовестных предпринимателей, и мы должны получать сигналы. Права предпринимателей нарушаются, и в основном со стороны чиновников. Об этом заявил прокурор округа Николай Егоров. Не так давно в регионе прокуратурой совместно с омбудсменом была проведена проверка на исполнение бюджетного законодательства. Пытались понять, своевременно ли муниципальные и государственные заказчики рассчитываются с частными лицами по контракту, выполняющие те или иные работы. К сожалению, у нас выявлены факты, когда муниципальные власти не своевременно рассчитываются с представителями малого и среднего бизнеса, реальное препятствие дальнейшему развитию. В России отмечены лишь единичные случаи, когда должностные лица, которые напрямую препятствовали развитию предпринимателей, привлекали к уголовной ответственности. К слову, теперь на прокуратуру возложены новые полномочия. Она будет, цитирую, «обеспечивать гарантию недопущения правонарушений при осуществлении контрольных мероприятий в сфере предпринимательства». С целью повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, прокурорами внедряются новые методы работы, налаживается взаимодействие с предпринимателями. В связи с этим в ведомстве создана специальная межведомственная группа по защите прав предпринимателей, а также общественный совет. Только в этом году по результатам прокурорских проверок в деятельности органов власти выявлено достаточно значительное количество фактов, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении полномочий, предусмотренных федеральным законом о развитии малого и среднего предпринимательства. Так, на уровне муниципальных образований реализовывались полномочия по определению условий и порядка оказания поддержки малому и среднему предпринимательству, а также организациям, образующим инфраструктуру и поддержки. Сроки рассмотрения обращений граждан о предоставлении такой поддержки также нарушались. При этом у муниципалитетов отсутствует фактическое понимание необходимости реализации таких полномочий. По итогам заседания определены конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности всех уполномоченных органов и организаций в предпринимательской сфере. А Николай Егоров еще раз напомнил, бизнесмены в лице прокуратуры непременно должны видеть своих защитников. Иван Никонов, Олег Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».